Приветствую вас, мои дорогие друзья! Спасибо, что заглянули на наш канал. Меня зовут Лилия Донскова. И, к сожалению, это последнее видео на нашем канале. Которое мы снимаем в этой квартире. Мы переезжаем, и скоро будут еще более классные видео, потому что будут интересные интерьеры постепенно складываться. И больше света, больше воздуха, больше пространства. Я надеюсь, что вам будет нравиться наше видео больше. О чем сегодня хочу с вами поговорить. Как обычно, когда начинается новый каталог, я озадачиваюсь. А что в этом каталоге такого классного, на чем можно акцентировать внимание, чтобы было интереснее общаться с клиентом? И я сделала 11 закладок, хотя топ-10 называется видео. Дело в том, что один из товаров, он будет как сопровождающим к основному товару. И если вы начнете изучать искусство продаж, то вы узнаете о такой фишке, что каждому товару, который заказывает клиент, можно подобрать несколько дополнительных, мы их называем допики или сопровождающие товары, товары, которые необходимы. Ну, давайте я вам расскажу пример. Клиентка заказывает у вас крем для лица. Что вы ей предложите, о чем вы будете с ней говорить? Конечно, о чем вы очищаете кожу, а как часто вы делаете маски, любите ли вы маски и так далее. Если клиентка заказывает помады, что мы ей предложим? Карандаш для губ в тон, да, чтобы был, или тени, да, чтобы красивее играл макияж, румяна. Мы спросим, любит ли она тон, чтобы помада смотрелась красивее на губах, то нужно выровнять тон кожи, нанести румяна, добавить хайлайтер. То есть каждому продукту вы спросите, а если заказывает гель для душа, что предлагать? Мы предлагаем скраб, и мыло кусочек, и крем для тела после душа, мочалку, щетки, то есть все что угодно, вы постоянно в этом направлении думаете. То есть если клиентка хочет какой-то один продукт, то значит что-то дополнительно к этому будет ей тоже в радости. Возможно, заказ будет увеличиваться за счет таких вот вещей. Итак, что я отметила в этом каталоге? На самом деле очень было сложно что-то выбирать, особенно учитывая то время, что сейчас люди додумают, куда потратить деньги, и поэтому первое, что я отметила, не могла мимо этого пройти, то, что девушки будут заказывать для того, чтобы побаловать свою кожу. Это маски для лица. И вот первые странички, 3-4, да, странички, это маски для лица. Открывайте прям каталог вместе со мной и отмечайте тоже закладочками. Маска новой серии SPA, я, например, обязательно возьму. Маски Novage тканевые, ночная маска. Это все вот к номеру один, потому что мы предлагаем разные варианты под разный запрос. У кого какой возраст, тип кожи, состояние кожи, мы предлагаем какой-то из вариантов масочки. Это первое. Кстати, забыла маску взять, приготовила и оставила. Второе, что я отметила, это маски для волос. Тоже волосы, они всегда на виду. То есть, если мы можем спрятать тело под одеждой, да, натянуть джинсы, одеть кофту с длинными рукавами, то волосы – это самое-самое то, что бросается в глаза. И любая девушка и мужчина мечтают о шевелюре, о том, чтобы она была эффектная, пышная, волосы, чтобы блестели и гладкие были кончики. Так вот, масочки новые в пакетиках, они, я думаю, будут бомбические. Уже даже не пробуя их, не держа в руках, я понимаю, что они будут классные. Это маски-смузи, которые нужно попробовать самим обязательно, у нас тут три варианта, и предлагать клиентам. А вы знаете, иногда мы смотрим на цену и думаем, ну что такое всего 69 рублей? Это же такие маленькие суммы. Но на самом деле, когда мы завоевываем клиента, то нам нужно в первую очередь зацепку любую, чтобы человек заказал любой продукт. И если, например, этот человек незнакомый нам, и, скорее всего, он переживает заказывать у чужого человека, он переживает вообще, как это будет, как поговорить о деньгах, когда вам нужно отдать деньги, то когда вы начинаете работать, предложите наоборот недорогое, а что-то вот такое вот, ну, доступное, простое, никогда не берите деньги вперед. То есть такую сумму, я думаю, вы найдете сами или откройте кредит в компании, чтобы забирать продукцию на 2 недели без оплаты.
сделайте такое, если у вас нет возможности вкладывать деньги. Я на самом деле так и делала, когда только начинала работать с Oriflame. Брала в кредит, быстренько собирала деньги и оплачивала. Вот. И тот продукт, до которого мы добрались наконец-то, это брови. Вот волосы и брови, да, это они оформляют лицо. Вы знаете, можно не делать макияж глаз, можно губы просто бальзамчиком покрасить. Но как только мы приводим волосы в порядок, выводим линию бровей, то лицо как будто начинает делается сфокусированным, таким четким, выразительным, красивым. Выделяются все черты лица, даже если вы не делаете всего остального. Поэтому макияж бровей – это то самое искусство, которым нужно овладеть обязательно. И я отметила тоже зелененькой закладочкой, да, вот, чтобы не потеряться. Я отметила на страничке 87, погром устраиваю просто, я отметила трафареты для бровей. Потому что проще всего научиться красить брови, используя трафареты. Я сама тоже выписывала трафареты с Алиэкспресс, а теперь я выпишу именно Oriflame. Хочу наши трафареты, потому что я посмотрела форму. Форму, мне кажется, действительно очень хорошие подобрали. И оптимально, скорее всего, какой-то из четырех вариантов обязательно подойдет. То есть в наборе четыре варианта. И мы используем наши тени для бровей, которые просто великолепны, я вам их покажу. Такой наборчик. Он компактный, удобный. Сверху два оттенка теней, темные, светлые. Третий – это воск для того, чтобы закрепить бровь и придать ей красивую форму, и закрепить краску. Снизу мы выдвигаем такой вот ящичек. Две кисточки. Одна кисть темная для теней, светлая для воска. Если у вас брови темные, вы используете только темные тени. Если брови светлые, только светлые. Кстати, я сейчас пользуюсь только светлыми тенями. Если средний тон, то возьмите немножко темных, немножко светлых. Они размешаются, и вы сделаете все более выразительные брови. То есть иногда, когда я иду куда-то на выход, делаю макияж более яркий, то и брови я делаю чуть-чуть поярче. Вот эта классная штука надолго-надолго хватает. Я могу сказать, что больше года точно вы будете пользоваться этим набором. Ну, точно не могу сказать, но мне хватает невероятно на долгое количество времени. И сейчас он всего за 319 рублей. Потрясающая цена, если разделить на 12 месяцев как минимум, да, какая получится выгода хорошая. Так, синяя закладочка. Я отметила раздел с помадами. Вот что бы вы мне ни говорили по поводу экономии и так далее, каждая девушка найдет небольшую, да, сумму 200-300 рублей и купит себе новую помаду, особенно когда идет смена сезонов. И в этом каталоге у нас как раз представлены, ой, не ту помаду взяла, ладно, помады, одни из моих любимых, серия, это, сейчас правильно читаем, так, кисть для помады, так, а где у нас эти помады, так, губная помада The One Color Obsession. 3,7 грамма под прозрачными крышечками. Очень так эффектно смотрятся помады. И мне они нравятся по качеству. Как они лежат. Они прекрасно увлажняют губы. Они действительно вот приносят удовольствие от использования. Поэтому я их рекомендую всем. Особенно если вам удается подобрать для себя оттенок, а тут действительно достаточно много оттенков, каждая девушка может себе выбрать что-то из предложенного. Поэтому на помаду всегда акцентируйте внимание. Или на блестящие, на последней странице. Я их не отметила, потому что ну, трудно выбрать что-то одно, но эти помады, они выделены на последние обложки, они привлекают внимание, они шикарно лежат на губах, они такие блестящие, все переливаются, сияют, что особенно актуально летом, потому что зимой как-то больше хочется матовости, спокойствия, а летом, вау, яркая одежда, яркие помады, да, вот чтобы оно все прям губы играли, блестели, поэтому акцентируйте на этих помадах тоже свое их внимание, ваше внимание общее. Так, следующая страничка это wellness. Я никогда не говорю про wellness, я всегда говорю, о, wellness это такая большая тема, о них нужно говорить отдельно, о этих продуктах. Но сейчас я думаю, что вы не будете со мной спорить, что нужно поставить перед собой цель каждому человеку, который оказывается в зоне вашего влияния, рассказать про эффективность наших витаминов.
Потому что самое главное сейчас, это чтобы иммунитет, иммунная система была крепкая. И организм легче переживет любое заболевание, вирусное, простудное и так далее. Поэтому я выдвинула астаксантин, однозначно мы его пьем регулярно. И сейчас я к ежедневному пакетику Wellness Pack я добавила еще один астаксантин. То есть так выглядит пакетик. Взяла мужские, но неважно. Здесь две капсулки омега-3. Одна капсулка это витамины и минералы слоеные. Потому что мне многие говорят, что ой, они все вместе не усваиваются. Но шведы, они такие грамотные. Тем более, кто наши витамины делал? Стикстен. Это врач большой буквы. И слоеные витамины, они специально так сделаны, чтобы каждый элемент усваивался организмом. И сам тот самый астаксантин, который мощнее витамина С в 600 раз, и у него такие регалии, про него просто сочиняют сейчас, не сочиняют, а пишут легенды. Есть целые сайты, где описывают благоприятное действие астаксантина на человеческий организм. Почитайте, потому что вы должны знать наш продукт, чтобы о нем вкусно и грамотно рассказывать и отвечать на все вопросы ваших клиентов. И поставила тут же баночку нашего нового напитка. Это пребиотик, пребиотический напиток. Мы начали пить, но, к сожалению, я иногда забываю. Пока еще не вошло в привычку, тем более, что сейчас у нас просто идет безумие какое-то. Это завершаем ремонт, мы уже перевозим вещи. Вот так вот весь день, это круговерть, то в магазин, то туда, то сюда. Я иногда забываю, поэтому я не могу вам сказать, что у меня какие-то бешеные результаты, но такой продукт, он не дает результат вот так вот, да, там, это не волшебная палочка, его просто нужно пить, и постепенно организм откликнется, налаживаются все работы внутренних нашего кишечника, становится хорошо, комфортно. По крайней мере, я вот несколько раз его попила, по крайней мере, напиток приятный, и я думаю, что результат будет. Буду пить почаще. Каждый день надо пить, чтобы был результат. Так, следующая закладочка. Так, зелененько. И про эту страничку я тоже никогда не говорила. Это Novage. Это самый дорогой комплексный уход. Novage, Экологен, Ultimate Lift, True Perfection и так далее. И я всегда его обхожу как бы стороной, потому что это очень дорого, это очень круто. Об этом сложно, может быть, говорить кому-то, предлагать такие дорогие товары. Но сейчас, когда курс доллара бешеными темпами растет, а у нас цены остаются пока фиксированные, то есть цены не увеличились. Я предлагаю тем женщинам, которые давно-давно облизывались на эти комплексные уходы и хотят подправить состояние своей кожи, улучшить его и в лето войти красотками, я думаю, что сейчас самое время побаловать себя. Как вы думаете? И я думаю, я вот выставила два продукта, у меня целый комплекс, я все время беру себе полный комплекс Novage коллаген или Ultimate Lift. Мне это идеально подходит, и это дает результат, который меня удовлетворяет на 100%. Поэтому вот обратите внимание на эту страничку и скажите женщинам, которые хотели, что сейчас пришло время использовать этот шанс и взять себе классный комплексный уход. У меня, кстати, недавно была встреча, ну как недавно, уже прошел как раз период, что нужно обновить девушке комплекс. Я вам расскажу про эту встречу. Мы сделали мастер-класс, то есть полностью сделали весь уход. Объяснили, что, для чего, зачем. Показали, как пользоваться. Девушка сразу купила именно экологен, потому что я им проводила уход. И когда я ей позвонила через некоторое время узнать, пользуется ли, как, довольна, недовольна, то есть прошло недели две. То есть уже должны быть какие-то результаты. Я ей позвонила, и она таким голосом говорит: «Ой, я хочу сказать, я так рада, что мы с вами встретились, на эту тему поговорили, ведь я бы никогда не узнала, что моя кожа может, ей почти 50 лет, что моя кожа может так вдруг оживиться».
так расправиться, ну просто восторг. Вы знаете, это было приятно и мне услышать такой отклик, и я очень рада, что клиентка довольна. И вот сейчас как раз прошло время, нужно будет ей позвонить и уточнить, какие-то продукты может быть нужно обновить, потому что не все же сразу заканчивается, что-то быстрее, что-то на дольше хватает. Так что это тоже хорошая классная фишечка, поэтому смело предлагайте на Вэйдж. Как говорится, можно и маски за 69 рублей предлагать, и на Вэдж с одинаково классные продукты, с крутые, нужные. Но согласитесь, что если вы будете с удовольствием говорить про на Вэдж, и вас будут заказывать, то вам это будет намного выгоднее, во-первых. Во-вторых, клиенты будут видеть большую эффективность, когда они возьмут комплекс, потому что он работает на 100%. Так, следующая наша страничка. Ага, я говорю, до свидания, веснушки. Действительно, на самом деле, очень много людей страдают тем, что у них пигментация. Не просто веснушки, а именно пигментация нежелательная. И это бывает очень некрасиво. Пятна крупные на лице, как будто вот кожа грязная такая. Поэтому я по собственному опыту говорю, не из чьих-то историй, по собственному опыту, то что это работает. Я лично вывела у себя пигментацию 2 раза. Первый раз у меня было огромное пятно вот в этом месте, это было много лет назад уже, была серия, она сейчас обновилась, она более эффективна. В прошлом году я каким-то образом зацепила еще несколько пятнышек летом, и я их вывела за зиму, то есть у меня их нет благодаря этим средствам. Но я брала не всю серию, я брала сыворотку и крема. Мне очень нравится то, что эффективнее вместе с сывороткой, и комбинировала с коллагеном, то есть можно умыться, например, пенкой и коллаген, а крема, сыворотку взять как раз вот из этой серии. Поэтому смело рекомендуйте, будет хороший отклик. Но не ждите, что это за 3 дня произойдет, нет, это нужно использовать всю серию. Или вот, например, крем вы взяли весь период, то есть 2-3 месяца идет полное обновление клеток. При этом нужно помогать, например, скрабом, лицо скрабить, сверху солнцезащитный крем накладывать, если на солнце идете. Тональная основа, кстати, у нас новая тональная основа The One, адаптирующаяся, она с высоким солнцезащитным фактором, SPF 35, по-моему, да, SPF 35. Поэтому смело рекомендуйте все эти продукты, они в комплексе дадут классный результат. И как раз в тему о защите от нежелательного воздействия солнышка, это новая коллекция солнцезащитных средств, которые мы с вами берем на пляж. Кстати, здесь идет акция 2 выгоднее, 2 всегда выгоднее брать, а здесь еще они идут с хорошей скидкой. Так вот, рассказываю вам историю. Наши средства, они не дешевые, они достаточно дорогие, но они работают. Мы проводили эксперимент на пляже, например, рядом с нами приходят там девушки, компании какие-то, начинают, достают средства солнцезащитные, начинают мазаться, и мы им предлагаем одну руку намазать нашим кремом ради эксперимента. Даем заполнить анкетку, обмениваемся телефонами, потому что может кто-то раньше уйдет, кто-то пересядет. Ну так вот, чтобы просто отследить результат. Увидите вы разницу или не увидите, нам просто нужно для статистики. То есть нас по работе отправили на пляж мазать всех нашим кремом. То есть даем крем помазаться, остальное все мажут своими. И потом результаты. Конечно, разница очевидная. Или, например, наши консультанты приходят со старыми средствами, которые у них остались еще из прошлой жизни до Oriflame, и они решили их доиспользовать, а потом заказывать уже наши. И мы просто смотрим, как быстро они краснеют, а мы остаемся такими же с ровненьким бронзовым загаром и без ожогов. И еще, у меня 2 раза за мою жизнь была страшная история. Я прихожу на пляж и там начинаю мазаться. Это неправильно, так делать не надо. Надо намазаться кремом дома, потому что 15 минут крем впитывается и потом начинает работать. Если вы мажетесь на пляже, то имейте в виду, что эти 15 минут вы горите, крем не работает. Так вот, я что делаю? Прихожу на пляж, ноги в песке, и верхняя часть ступни, естественно, сразу налипает песок. Я вся мажусь, а тут, говорю, намажу потом, когда смою песочек или он обсыпется. Естественно, потом не наступает, я забываю про это, и верхняя часть ступни сгорает так, то здесь все хорошо, ровный бронзовый загар, а здесь просто
рак, вареный красный рак. Шлепки одеть невозможно, вся обувь доставляет жуткую боль, и неделю просто ходишь либо вообще на цыпочках, либо и просто еле-еле, либо лежишь дома. Вот, благо что мы работаем дома и можно отсидеться, но делать так не нужно. Средство работает очень круто. Кстати, есть детские средства, сразу подумайте о детках. Есть на новое средство, это карандаш, специальный стик такой, который мы наносим на выпуклые места, да, вот где-то у нас выпирающие щечки, подбородок, плечики, то есть быстренько подмазать, потому что это самое выпуклое, здесь солнце больше цепляется всегда, почему-то нос в первую очередь сгорает, если вы заметили. Также есть средство после загара, это будет у нас желе, очень аппетитно выглядит. И есть у нас, кстати, средство для тех, кто не хочет загорать, автозагар, я им постоянно пользуюсь, очень красивый цвет, главное ровненько нанести, хорошо распределить, дать ему впитаться немножечко, и у вас будет красивенький ровный загар. Я так делаю каждую весну, потому что каждую весну ноги всегда долго еще синенькие, а хочется, чтобы они уже были приятного цвета, и выйти сразу в платьишках, сарафанчиках, коротеньких там, в шортиках, но чтобы ноги уже выглядели приятно, и поэтому я все тело мажу автозагаром. Так, следующая страничка, пришло время вкусно купаться. Купаться вкусно всегда хочется, каждый день, и это наша серия Feel Good, 4 геля для душа невероятные, с настоящими, с натуральными эфирными маслами. Вот так они выглядят, это лавандовый, кстати, лавандовый использую на ночь, он хорошо расслабляет, с ним действительно просто вот становишься другая, как будто бы вот, ну, все мысли, все переживания за день смываются. Кто-то говорит, что вот наш спрей с лавандой не работает, на мне он работает обалденно. У меня сейчас такой период сложный, когда, ну, буквально стресс, это переезд, ремонт, закупки, туда-сюда, это конечно катастрофа. Вот поэтому меня сейчас спасает это средство, я пшик-пшик и улетаю, я хотя бы отдыхаю, могу выспаться. Вот, и это тоже у нас новенький, даже еще, по-моему, не начали им пользоваться, сливовый, вот я его обожаю, я люблю такие вкусные сладкие нотки, что он меня просто сводит с ума. И когда вы начнете пользоваться, вы заметите, что этот гель, его вот не видно, он непрозрачный, но он жиже по консистенции, чем наши привычные гели Oriflame, но это связано с тем, что здесь натуральные эфирные масла, они разжижают консистенцию, поэтому не надо его слишком много лить, он все равно отлично пенится и шикарно отмоет вашу кожу. При этом ощущения пленки нет, абсолютно нет. Если вы переживаете, что ой, масла, наверное, будет пленка, не будет пленки, будет просто один кайф. Вот очень рекомендую эти гели, у меня их запас огромный, я сейчас собирала свои коробки с продукцией и такая думаю, какая я молодец, у меня много гелей и много мыла, а мыла много не бывает, особенно сейчас, когда рекомендуют почаще мыть руки, запасайтесь мылом. А мое любимое — это яблоко и корица, самое вкусное мыло для меня. А сейчас мы использовали вот это сердечко, у нас было, а у нас было вот это ванильное, ванильное неудобное и сердечко неудобное. Вы знаете, все-таки надо смотреть мыло по форме, я думаю, вот колокольчик будет удобно в руках, вот подарок мыло квадратненькое, а вот все вот эти выпуклые, они как бы выскальзывают из рук, не очень удобно. Ну я люблю все красивое, но еще и чтобы оно было практичное, поэтому я говорю о таких вещах. Поэтому предлагайте наше мыло, они классные. И вот страничкой ранее тоже есть, намного ранее, на 156 страничке тоже наше мыло, они более доступные по деньгам, 49 рублей всего, и они тоже хорошенькие. Ну смотрите еще и по объему, сколько они весят, здесь 65 грамм, а в этих мылах здесь, наверное, по-разному, 75 грамм, 75, да, они покрупнее чуть-чуть и чуть-чуть подороже. И последняя страничка, где у нас последняя, а это и была последняя страничка с мылами, так как незаметно пролетел обзор, мой топчик, топчик 10. Я надеюсь, информация была полезная, вы ее сейчас будете с удовольствием применять, не бойтесь, абсолютно ничего не бойтесь, у нас продукция классная, предлагайте и дорогие продукты, предлагайте wellness, предлагайте novage, смело идите к клиентам, отправляйте электронные каталоги, пишите, рассказывайте истории,
скидывайте обзоры интересные, продуктовые, чтобы люди получали больше информации, потому что сейчас люди хотят вкладывать деньги не просто в красивую упаковку, а в качество, в результат. Гарантия то, что они будут пользоваться и получат хороший результат. А я надеюсь, вы получили удовольствие от общения со мной, поэтому если видео полезное, с вас лайк. Пишите в комментариях то, что вы выбрали, что для вас было, может быть, новеньким открытием. И подписывайтесь обязательно на наш канал. А если у вас до сих пор нету дисконта в компанию Oriflame, чтобы была скидка от 20 и выше, и участвовать в наших акциях, спецпредложениях, заполняйте анкету прямо под видео. Я получу сообщение, что вы стали партнером моей команды, и я сразу с вами свяжусь. Все. Теперь точно все. Пока-пока. Всем желаю здоровья, счастья и много-много заказов карьерного роста. Пока!